Выставка «Брест сквозь века», посвященная тысячелетию Бреста, начала создаваться в 2009-м. И все это время, а это более 10 лет, пополнялась новыми экспонатами. Но нельзя создавать выставки и не показывать их, ведь историю малой родины должен знать каждый. А потому сотрудники Брестского краеведческого музея приняли решение экспонировать ее. Прежде всего в учреждениях образования и на различных предприятиях. На этот раз она приехала к сотрудникам Брестской таможни. История города над Бугом неразрывно связана с становлением и развитием таможенного дела на берестейских землях. Ведь, как известно, полноводные реки Западный Буг и Муховец веками служили главными торговыми маршрутами. Поэтому сегодня музейные работники Брестского краеведческого музея представляют свою экспозицию в стенах Брестской таможни. Экспозиция «Брест сквозь века» представлена на 14 планшетах. На них расположены фотографии документов и материальных свидетельств, касающихся истории города над Бугом. Выставка эксклюзивно. В основном здесь демонстрируются раритеты, постоянно хранящиеся в фондах и до этого не выставлявшиеся. Выставка – это большой труд, надо сказать. Все подлинные фотографии из фондов нашего областного краеведческого музея – это работа и научных сотрудников, и, конечно, сотрудников отдела фондов, и художника, и фотографа. Это большая, кропотливая работа. Цель, конечно, чтобы как можно больше людей знали нашу историю и знали от момента основания города и до сегодняшнего дня, потому что мы пережили, у нас очень необычная история города Брест, он пережил трудную судьбу. Брестская таможня всегда рада гостям, поэтому выставка краеведческого музея «Брест сквозь века» так радушно была принята молодыми сотрудниками, которые с интересом разглядывали каждую фотографию на стенде. Такие экспозиции подчеркивают историю нашего областного центра и дают возможность каждому прочувствовать все то, что ему пришлось пережить за тысячелетнюю историю. Знать историю города Бреста, конечно, важно для молодого поколения. Это формирует у молодежи необходимые морально-духовные качества, ценности. Это формирует у них активную гражданскую позицию и любовь к своей малой родине. Это важные предпосылки для того, чтобы, в принципе, жизнь в городе не переставала течь и жизнь в городе не затухала. Всю тысячелетнюю историю города Бреста, уже больше, мы наблюдаем непрестанное развитие культуры, инфраструктуры, и, конечно, обеспечивает это, во-первых, государственные ведомства, ну и большой вклад вносит Брестская таможня. Эта выставка сейчас вот для нас, для молодого поколения, здесь собралось много молодых сотрудников, которым тоже необходимо снова подпитать себе ответственность, любовь тоже к своему городу, чтобы знать, что мы делаем, зачем мы это делаем, ради чего мы это делаем. Сегодня во многом благодаря защитникам границ мы живем в таком замечательном городе. И каждый из нас знает, лучше Бреста нету места. И выставка лишь одно из подтверждений этой фразы.